Всем привет, с вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 30 октября 2021 года. Погода чудесная, плюс 12, небольшой ветерок. Я приехала на дачу просто отдохнуть, делать абсолютно нечего. Единственное, что сделала, я вот замотала груши, которые я купила в светофоре весной. Кто смотрел мои ролики, видели, как я их высаживала, в какую землю и что с ними было. Ну вот первый год заматываю, второй год посмотрю, если будут они расти, если перезимуют, насколько они раскинутся в стороны. Если это будет невозможным, то уже все, не буду укрывать. Здесь вот абрикос у меня, вот этот абрикос культурный, сорт солнышко. Два года подряд я его заматывала, в этом году не буду. Все, отпускаю его, пусть он сам либо зимует, либо нет. Этот абрикос из косточки. Он у нас одну зиму перезимовал, то есть с косточки взошел. Потом под снегом я его нагибала, он перезимовал. И сейчас также его оставляю. Будет жить, значит будет. Не будет, значит до свидания. Все, замотала груши. И вот там еще накинула. Там у меня клематис, актинидия. Два клематиса там. Актинидия. И что-то там еще. А, ну там была, как ее называют, хризантема зимующая. Я ее там что-то подкапывала. Ну, выживет, выживет. Тоже там под укрытием. Один слой просто кинула и сверху прижала. Все, всем пока.